В Китае около 700 профессиональных спортсменов и просто любителей острых ощущений приняли участие в вертикальном забеге на крышу самого высокого небоскреба Пекина. Смельчаки столкнулись с непростой задачей преодолеть более 2000 ступеней и добраться до самой вершины здания высотой в 330 метров. Быстрее всех оказался бегун из Австралии. Ему удалось подняться на 82-й этаж всего за 10 минут. Впрочем, спортсмены, не сумевшие занять призовых мест, не унывают, ведь преодолеть тяжелый путь наверх стоило хотя бы ради прекрасного вида на столицу Поднебесной.